Приближаются новогодние праздники, и в эти дни на главной площади города Амурска полным ходом идут работы по возведению зимнего городка. На Комсомольской площади Амурска вот уже несколько дней назад была установлена новогодняя красавица, которая будет радовать своим видом жителей города новогодние праздники. Здесь же устанавливаются снежные и ледяные скульптуры, Дед Мороз и Снегурочка, горки, на которых сможет кататься наша детвора. Новый год – это, пожалуй, самый волшебный из всех праздников. Это своего рода сказка. Ведь мы на короткий промежуток времени словно бы оказываемся в каком-то безвремени, делаем шаг из прошлого в будущее. А сколько замечательных традиций связано с Новым годом. В сказочную ночь мы не только дарим подарки родным и близким, но и оставляем в уходящем году все невзгоды и ненастья. Видимо, не случайно в Италии принято перед Новым годом избавляться от старых вещей. Большинство из нас встретят Новый год дома, в кругу семьи. А вот сказочный городок из снега и льда, главное украшение которого елка, поможет создать праздничное настроение в новогодние дни, а также приятно провести здесь время со своими родными и близкими.